Компания «Супротен» провела заключительный в текущем году розыгрыш призов, приуроченный к 20-летию своего присутствия на рынке. Лидер по производству и продаже строительных материалов в Молдове в этом году в несколько этапов разыграл 4 автомобиля марки «Сузуки», а также другие ценные призы – велосипеды, холодильники, стиральные машины и телевизоры. Испытать судьбу в очередной раз в уходящем году пришли тысячи клиентов компании. Așadar, și câștigătorul automobilului este Ciumaș Tudor Magdocești! Новоиспеченный обладатель автомобиля с трудом поверил в то, что со сцены прозвучало именно его имя. Мы чакато мы фосла экстраде, да, ну, но нам слегать, да, клетка остался, фос отзыку, кунорок, варе, как мы сказали. Честно, вас понял, парк амвисат, когда я сказал, аша, фамилия моя, ну что я Руководство компании «Супротен» решило не останавливаться на достигнутом. В знак благодарности клиентам, которые проявляют лояльность и приобретают товары в магазинах «Супротен» уже 20 лет, принято решение радовать покупателей полезными и нужными призами весь следующий год. Мы поняли, что мы обязаны поддерживать наших покупателей. Поэтому по инициативе акционеров принято решение продолжить эти интересные, самое главное, справедливые розыгрыши. И весь 2018 год принято решение эти розыгрыши продолжать. А это значит, что самых преданных покупателей ждут 7 автомобилей марки «Сузуки». Первый будет разыгран 4 марта следующего года. Приходите в «Супротен» и осуществите свою мечту.